сейчас мы предлагаем вам познакомиться с номером люкс санатория Казахстан. Этот номер трехкомнатный, он рассчитан на 4 человек. Здесь при входе небольшая комната, что-то вроде зимнего сада, если вам так нравится. Мягкая мебель, обеденный стол и большой вместительный шкаф для ваших личных вещей. Далее пройдем и посмотрим, что у нас находится в комнате отдыха. Комната отдыха или столовая разделена на две части. Первая из них обеденная зона и вторая кухонная. Здесь у нас обеденный стол, еще один, 4 стула, так как номер рассчитан на 4 человек. Холодильник находится и также телевизор со стандартным пакетом каналов. В этом номере вы найдете все необходимое для вашего обеда и чаепития. Полный набор посуды на 4. Давайте посмотрим кухонную зону. В кухонной зоне у нас имеется кухонный гарнитур со множеством шкафчиков, раковина и, внимание, друзья, электроплита. Также вам будет выдан чайник. То есть имеется возможность готовить еду здесь у себя дома, питаться, не выходя никуда из номера. Давайте посмотрим спальни. Спален в этом номере две. Две кровати раздельные, прикроватные тумбочки и вешалка для ваших вещей. Давайте посмотрим, что у нас находится во второй спальне. Во второй спальне все то же самое. Вешалка для вашей одежды, две прикроватные тумбочки и две кровати. Рядом со второй спальней находится санузел. Предлагаю заглянуть и туда. Давайте заглянем в санузел. Здесь у нас душевая кабина, унитаз и небольшая раковина для умывания. Напоминаю, мы с вами посмотрели номер люкс санатория Казахстан.